Вечерами с Лисой Катя гуляет. Сейчас посмотрите, как. Вот их любимое местечко. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? А что ели кашку, а что пили брашку? На головку сели. Удобно вам там? Да. На головку сели. Это происходит, когда уже час ночи, а Алиса еще не спит. Ладушки, ладушки. А Костя уже спит. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? На головку сели. У вас какой-то ускоренный вариант? Нет, у нас игра, она начинает хлопать. Ага. Если она хлопает медленно, я начинаю медленно. Ладушки. Она начинает хлопать быстрее, что ладушки, ладушки, где-то бабушки. Потом она на головку, я на головку сели. Потом она... Ладушки, ладушки, где... Все по кругу. Посидеть там, потом поваляться в шариках. Да? Закидывай ее шариками. Она тебя туда зовет. Я с ней там сидела уже. Да? Да, просто она меня выдерживает, и мы с ней там сидим всегда. Конечно, ты такая худая, что тебя даже это выдерживает. И батон с вами хочет. Батон. Смотри, чтобы он ей на голову не впрыгнул. Он такой невменяемый, что он может. Я вот сюда вот ее маню. Батон. А у бабушки манюня пристроилась. Ой, и Маха здесь. Слушай, все здесь. И дети у тебя, и кошки. Да это кошмар. И малышка идет. Вы главное, о нет, эту не пускай. Вы главное их всех заберите, когда вы. Вот он. Кыш. 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 Вон она что, с сестрой там сидеть классно, конечно. Вы не закапываетесь в них, нет? Закапывались. То закопайся еще их и посмотрите. Мне приходится из-под себя их все вынимать. Я тебя закопаю. Давай Катю закопаем, Алис. Давай. О, а где Катя? Ку-ку. Только ноги так. Где Катя, Алисочка? Скажи ку-ку, Катя. Она, кстати, варила ку-ку. Где это рука? За рубашку. Спасла сестру, да? Сестра утонула в шариках. Мне кажется, ей тут может быть прохладно, а бабушке холодно. Нет, ты попробуй эти шарики. Тоже холодно? Да, надо ей, Кать, давай, или жилетку, или... Ты попробуй, какие шарики холодные. Да я же уже попробовала. Катюш, давай как-то, ну, утеплять, потому что она и так с насморком. Или идите вниз, или утепляй ее. А, батон... Идите вниз, заберите всех кошек, пожалуйста. А что же ему тебя так нравится-то? Что-то новенькое. Тепленько, мягенько. Да, Маха? Ты на ручки хочешь? Мария Лиса. Маха пришла. Бум, и ушла. Катенька, ты ее приводи в теплых носках и в теплом жилете сюда. Так не приводи одетую, еще и босиком. Ладушки, ладушки, где были у бабушки, а что и на головку сели? Ладушки, ладушки, где были у бабушки, а что ели как? Иди попробуй спадки уложить, Катюша. Не знаю, ладушки, ладушки, где были у бабушки? Да как раз и у бабушки. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Ладушки, ладушки. О, залезает к бабушке. Да, смотри, чтобы она об угол столика не ударилась. Ну, она постоянно так ложится к бабушке. Да. Лежит да, минуточку типа, да. И убегает дальше. Это у нее как ритуал, о, да? Стала сильно замерзшей. Она просто шарики будет. Прямо из плотки будет. Спадки с бабушкой? Катя, все надеется, что у нас бабушка рядышком. А, такие сестры заботливые. Прям как мамочки. Прям. У них, по-моему, проснулся материнский инстинкт. И у Насти, и у Кати. У Насти точно. У нее знаешь, что еще новое появилось? У Алисы? Да. Что? Я, видишь, уже прячу. Она же любит у меня с глаз снимать очки.
Ну и бог с ней, хай снимает. Но то она просто и надевала мне, ее интересовало просто как. А тут она уже задумалась, а что ж бабушка мне смотрит? И взяла себе, надела и смотрит, смотрит. Ну, думала, один раз пусть, чтобы узнала, что такое. Да, она мне такая. Но теперь я прячу, чтобы не портить глаза. Да, Катя с батон вещи раскидает. Батон? Батон уже начал. Тут есть кому раскидывать без батона. Ой, что это? Напальчник? Это тебе оставим, видишь? Не-не-не, Алиса, фу! Куда ты в рот это берешь? Это не сосочка, это... Это кака, фу! Капельки. Фу, оно ей в рот попало. Да, Катя, иди скорее пить, дай. Попало, она его наклонила. Это вода соленая. Нокспрей это. Все, Алис, не надо, здесь нет игрушек, идите вниз. Иди с Катюшей спадки ложись, давай. Ложись с Катенькой спадки, иди. Что это? Давай с бабушкой заснем. Нос капать. Наверное, показывает, что невкусная кака. Фу, фу, не бери в ротик ничего, пожалуйста. Не бери в ротик, не надо. Это все какая-то лекарство. Лекарство в ротик брать оно нельзя. Оно невкусное, Лисочка, очень невкусное. А это линейка, это можно брать. Кстати, только не в ротик. Наша, наша линейка. О, кошки уже там ссорятся. Иди отсюда. Да, выгоняй их потихоньку по одному. Выкидывай. Тетрадка. Это тетрадка. Шо, о, я знаю, что ей надо дать. Учиться писать. Тут же есть книжечка. Я пока другие не положила, одна есть. На, книжечку почитай. А есть книжечка? Почитай книжечку. Ой. Мне просто интересно все подоставать. Еще можно, еще нельзя. Ой, ты бы видела, она с Настей была. Правильно, она тебя порядки наводит, чтобы у тебя ничего не валялось. Слышишь, Лена? Да. Она была с Настей, все, лежала. И что-то играла, тоже что-то брала, что можно, что нельзя. Вот тут где-то на кровати, понимаешь, в районе. Ну и что? А потом вдруг поворачивает голову, видит вот эту штуку. Она как обрадовалась, как побежала, думала, что там столько да. Лежит. Заставила ее открыть. Катя, холодный пол, Катюш. Бабушки. А что, ели? На головку сели. Катя, ноги ледяные у ребенка, она болит. Ладно, шки, я сейчас это несу. Нет, ты иди с ней вниз, потому что здесь холодно. Она не пойдет сейчас. Ты ей памперс еще поменяешь? Алиса, идем? Она сейчас плакает. Не будет, на ручки возьми. Идем? Ну вот видишь, она... Ну возьми на ручки ее. Давай я сюда принесу. Не надо, забирай ее отсюда, здесь холодно. Где твоя Катя? Куда без тебя пошла? Вот она за тобой плачет. Пошла искать Катю к Насте. Будешь с Настей спать? Ну давай, погреешься. С радостью улеглась. Довольная. Это что такое? Это шевелится. Алис, кто это там такое шевелится? А, смотри. Что за зверьки такие шевелятся? А? Кто там у Насти под одеялом? Ой, Настя, планшет. Все, я пришла. Будем памперс менять? Ахаха, это прикол, кто это? Настя, что, холодно на него смотреть стало? Да не, мне просто некуда холодно. Теперь это не Ен, теперь это девушка. Ениха. Она еще в сумерках снималась, нет или где? Ты говорила мне. Светленькая такая. Все, Алиса в носочках. Опа, вставай. Вставай.
все. Как тигр-тигр? Ас. Кто? Это тигр. Тигр. А, вот это? Тигр. Я же лепку тоже принесла. Да, да. Надевай, здесь холодно. Тигр. Видишь, уже кашлять начинает. Ребенок сейчас подумает, что она идет на улицу. Да не подумай. Ты, главное, это не произноси, она же все понимает. Хорошо. Не идет. Алис, давай посмотрим, кто вот этот такой. А? Иди посмотри, какие тут зверюшки мягенькие. Смотри, она ушла. Батоша сидит, кушает под еном. Под енихой. Все, опять к бабушке. Угу. Я там уже свет потушила. Что ты сказала? Я не услышала. Да потом, не на камеру. Плохие шутки на камеру. Ты меня пустишь? Сю-сю-сю. Сю-сю-сю? Это что за сю-сю-сю? Может, в этот испадке будет ее прикачаешь? Прикачать? Ой, качи, качи, качи. Так, Катя скорее уснёт. Решила поругаться, да? Нет, она что-то объясняет. Ты что-то объясняешь? Да, я там, наверное, сильно плохо. Да. Нет, нормально сейчас выглядишь, очень да хорошо. Господи. Куда уже бежит Алиса дальше? Шарики, конечно. Шарики? У нас тут свой маршрут по этой комнате. Ныряй. Ну, бабушка турагенция. Она... Катя, что она будет делать? Катя, что она будет делать, когда ты уедешь? Она, по-моему, привыкла с тобой гулять уже. Ночью, да, 3 часа ночи. Просто, не, просто ей с тобой очень хорошо. Да, это ноги твои. Те носочки. Такие носочки. Дай ей ручку, Катя. А? Дай ей ручку. А Алиса будет закапываться? Ныряй, шарики. Будет? Волоси. Ладушки, где были? На головку сели. А что ты на свою садишься ей? Не знаю, ей так надо. Ладушки, ладушки, где были? На головку сели. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? На головку сели. Сели бабушки на головку. Опа, ой, какая гимнастка. По стенке идет? Да, да. Ой. Человек-паук. Теперь бабушки в кровать, да? Ну да. По маршруту. И уже поглядывает, что там на столике. Ничего ли нового не привез? Баба, понравилось что-то? Нет? Нет, я не хочу. Я просто думаю. Давай спадки. Катя ее всегда упоминает. Все надеется, да? Так надеется, что она пригреется, уснет. Давай спадки. Мали шарики. Спасибо. Ма, включи ей привет, малыш, у себя на ночь. Да интересно. Не, уже не успеет баба. Да, просто интересно, удивилась бы она. Да что на ноут-то не. Все, Алисочка, а теперь идите с Патки вниз с Катенькой. Хорошо? Ничего себе. Все так можно? Ну да. Открывай, открывай. Нажимай и вперед. Вот так, сильнее. Шалиска, ты не знала, что твой стульчик качается, как качелька, насколько да? Насколько она тут качалась последний
Давно. Да. Он уже ей, по идее, по весу и не подходит, этот стульчик.